этих кадрах видно, как на переезде опускается шлагбаум и поднимаются металлические щиты, которые преграждают путь машинам. По уже закрытому переезду у пути пересекают два молодых человека, но поезда еще нет. Спустя примерно минуту железную дорогу пытается перебежать еще один молодой человек, но делает это в непосредственной близости от приближающегося состава. В итоге мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас следователи проводят проверку в правоохранительных органах, не исключают, что погибший мог быть в состоянии опьянения.